Новая концепция празднования Наурыза направлена на восстановление забытых народных традиций, считают историки. У кочевников празднование Нового года длилось 8-9 дней и называлось Наурызнама. Возрождая исторические традиции, в Казахстане создают национальный бренд этого праздника. Он призван укрепить единство народа и формирует культурный код нации. Перезагрузка формата празднования Наурыза нужна для появления в повседневном календаре казахстанцев по-настоящему народного праздника, считают историки. Многие традиции были забыты, и даже возрождение Наурыза в 90-х знаменовало лишь обновление природы. Между тем, наши предки не зря называли Наурыз «Улустун Улугуны», отмечает этнолог Улан Умиткалиев. Праздник – призыв к солидарности и единству, символ национальной идентичности, преемственности духовных ценностей. Мы не должны ограничиваться только установкой юрты и угощением традиционными блюдами. В старину устраивались сцены борьбы весны с зимой. Чтобы помочь природе, теплу, люди зажигали огни. И сейчас можно организовать театрализованные представления, разъяснять значение праздника. Даже тот же куже. Не было рецепта из семизваков. В него шло оставшееся вяленое мясо, зерно, курт. Семьи готовили сытное угощение, радуясь, что пережили холода. В современном мире стало привычным брендирование ключевых праздников. Единым логотипом Наурыза выбран тюльпан. Впервые он появился на юге Казахстана миллионы лет назад. Бутон тюльпана встречается в архитектуре, орнаментах, одежде и украшениях саков. В 2016 году тюльпан как визуальный символ праздника предложил академик Гарифулла Исим. Также профессор уверен, праздничную атмосферу нужно создавать в первую очередь для детей. Это пробуждение дыхания земли проявляется через вот расцвет тюльпанов. Поэтому тюльпан – это есть символ Наурыза. Мы не ошибемся. Детям нашим подарки всевозможные. Потому что детвора праздник понимает как подарок. Как подарок. Специальные подарки. Подарки от кого, от чего, как. Это все надо продумать. В декаде Наурызнама с 14 по 23 марта каждый день имеет свое значение. Сегодня Амал – праздник сплоченности и дружелюбия, дни милосердия, культурных обычаев, семейных ценностей, национальной одежды, обновления и спорта. Общее значение концепции – возвращаясь к истокам, открывать новую страницу в истории. Бутагөз Базарбаева, Наурызбай Курмангазы, 24 KZ.